Прежде чем божественный свет озарил мир, была только тьма, и правили ей титаны. После Великой войны Зевс захватил власть на небесах и изгнал титанов в Тартар на веки вечные. Тогда земля расцвела, и смертные стали жить на ней. Но, возгордившись, боги забыли, что даже из их тюрьмы можно бежать. Ты не можешь это поднять. Инвентарь полон. Ты не можешь Ты не можешь это нести. Ты не можешь поднять больше. Ты не можешь поднять больше.
Тебе нужно подготовиться к путешествиям. Это опасно. Купи здесь то, что тебе нужно. До свидания. Ты можешь оставить свои вещи у меня. Пусть Гера хранит тебя. Мы очень благодарны тебе. Мы очень благодарны тебе. В сезон сбора урожая все жители... Я принесу жертву. Мне долго еще будут сниться. Это очень древ... Немногие могут воспользоваться. Сами боги благ... Я рад. Я возьму лошадь. Это поразительно. Тоже такой. Желаю удачи. Тебе удалось победить. Инвентарь полон. Инвентарь полон. Инвентарь полон. Ты не можешь это нести. Ты не можешь это нести.
Инвентарь полон. Ты не можешь поднять больше. Ты не можешь поднять больше. Сейчас, когда повсюду чудовища, тебе понадобится хорошее оружие и доспехи. До встречи. Здравствуй. До встречи. Ты не можешь инвентарь это нести. Инвентарь полон. Доброе утро. Всего хорошего. Инвентарь полон. Ты не можешь поднять больше. Добро пожаловать. До свидания.
Ты не можешь это поднять. Ты не можешь это поднять. Здравствуй. До встречи. Приветствую тебя. Ты можешь оставить у меня свои вещи. Пусть Гера хранит тебя. Ты не можешь это поднять. Ты не можешь поднять больше. Доброе утро. Всего хорошего. Thank you.
Я знаю, что... Как я могу вернуться домой? Я бы и сам пошел. Было темно. Я не богат. Как же мне вернуть? Как же мне вернуть? Как же мне вернуть приданное? Как я могу без него Ты не можешь это поднять. Инвентарь полон. Ты не можешь это поднять. Доброе утро. Всего хорошего. Ты не можешь это поднять. Ты не можешь это поднять. Ты не можешь это поднять. А
Армия спартанцев. Значит, ты считаешь, что Леонид станет с тобой разговаривать? Там ты и найдешь. Ты не можешь это нести. Инвентарь полон. Ты не можешь поднять больше. Что-нибудь еще? До встречи. Добрый день. До встречи. Что угодно. Всего хорошего. Доброе утро. Я надеюсь, мы еще увидимся. Я могу облегчить твою поклажу. Пусть Гера хранит тебя.
армия спартанцев. Там ты и найдешь. Говорю тебе, иди по дороге, и ты их не пропустишь. Если они не перенесут, значит, ты считай, иди прямо по дороге. Вперед! Иди прямо по дороге.
Ты не можешь это поднять. Здравствуй. До свидания. Доброе утро. Всего хорошего. Ты можешь оставить свои вещи у меня. Пусть Гера хранит тебя. Пожалуйста, спасибо тебе. Иди с миром. И пусть Зев... Мы очень благодарны тебе. Я принесу жертву богам и попрошу их, чтобы удача всегда сопутствовала тебе. Thank you.
Ожерелье! Интересно, если эти... Ну вот! Спасибо! Спасибо! Армия Спарта, если они не перенесли... Инвентарь полон. Инвентарь полон. Ты не можешь это поднять. Не забудь про доспехи для защиты рук и ног. Они тоже пригодятся. До свидания. Ты можешь оставить свои вещи у меня. Твои вещи здесь никто не тронет.
Ты не можешь это нести. Итак, что тебе нравится? Я надеюсь, мы еще увидимся. Генерал Леонид, я тебе уже говорил, иди дальше и найдешь его. Мне вполне хватает покупателей спартанцев. Быстрее, что ты хочешь? Прощай. Добрый день. До свидания. Thank you.
Я на заказ изготовлю для вас любой артефакт. Помни, ты должен носить артефакт на себе. Я вот что скажу. Я проснулся на рассвете. Не успеет, мы не знаем откуда. Я скажу тебе правду. Скажу тебе так. Сейчас самое подходящее. Стой. У тебя появился шанс, если... Говоришь со мной, когда убьешь его. Говоришь со мной, когда... Если, честно говоря, вы, честно говоря, в одиночку, честно говоря, в одиночку... Сначала мы думали... Генерал Леонид, теперь мы пытаемся... Я не знаю, что задумал Леонид. Thank you.
освежу. Я гибну. Будь осторожнее. В этой... Thank you.
Нечего глазеть. Или покупай что-нибудь, или уходи. Спасибо. Чем я могу помочь? Приходи снова. Ты не можешь поднять больше. Инвентарь полон. Ты не можешь это нести. Ты не можешь это нести. Ты не можешь поднять больше. Инвентарь полон. Снова ты! Пока! Гиппи, все в порядке? Старый Гиппи, спасибо тебе. Теперь я могу не переживать за старика. Спасибо тебе, спасибо тебе. Я могу посторожить твои вещи.
До встречи! Итак, что тебе нравится? До свидания. Ты не можешь это нести. Ты не можешь это поднять. Ты не можешь это нести. Ты не можешь поднять больше.
Пиланская долина. Ищи Леонида в спартанском военном лагере.